Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA 5 Winter Edition. И, короче говоря, это 6-я серия. И я тут решил перекрасить машину Франклина в зеленый. У Франклина любимый цвет зеленый же. Вот я и решил, собственно, это и сделать. Зеленых машин очень мало, особенно в игре. Короче, мне написали в комментариях, что было бы неплохо одеть тогда, раз это зима, было бы неплохо соответствующе одеть главных героев. Но, блин, у Франклина, у Майкла есть одна куртка, и причем не очень-то зимняя. У Франклина вообще никаких курток нет в гардеробе, а в магазинах найти очень проблематично куртку зимнюю. Куртки часто появляются в процессе сюжета, так что, извините, тут ничего поделать не могу. Других персонажей одеть не получится никаким образом в куртке. Имею в виду не главных героев. Короче говоря, что у нас там идет на очереди? Переключаемся на Майкла. У него есть задание. Нужно перехватить какое-то снаряжение вот здесь. Давайте сядем на машину. И погонимся за снаряжением. Это фургон, возможно, какой-то полицейский или что-то там еще. Честно говоря, не помню. Я всего один раз громким способом проворачивал ограбление и выбирал тот вариант. Когда первый раз, собственно, проходил GTA 5, за кадром, разумеется, выбрал громкий зачем-то вариант. Все остальные разы выбирал тихий, тонкий, грамотный. Не знаю, как еще назвать. Где надо газ добыть и вентиляцию кинуть. Поэтому, блин, я не помню уже, что тут надо добыть. Но что-то движущееся надо перехватить. Так. Он далеко уехал. Он как можно дальше уезжает. Блин, как мне нравится цвет машины. Золотой, обожаю этот цвет, вот такой вот красивый вообще. Можно было бы и красный бы, но мне желтый понравился. И в автосалоне Симона и Итальяна я видел такую же зеленую. Ой, это желтую. Сколько времени на часах? Уже вечер скоро, я так понимаю. Ограбление нужно проворачивать именно днем, потому что на ночь драгоценности прячут в сейф. А днем они под стеклами лежат, которые, кстати, не бронированные. Их можно легко разбить. А вот ночью запирают их в сейф, поэтому придется, ну, именно днем грабить. Но в любом случае, сегодня мы добудем снаряжение, а завтра, ну я имею в виду, по игровому времени, будем, начнем ограбление проворачивать. Куда он уехал-то? Будем переставлять метки, чтобы ориентироваться, куда едет он. Конвой или что там еще? Ага, теперь-то мы его поймаем. Неужто полицейскую машину надули? И там же внутри есть этот.
Зашибись. Опять 3 звезды. Вылезай из машины. Что вот вообще обидно, это то, что мне никак не поможет автомастерская, потому что в автомастерской такое нельзя. Перекрашивать или что-то еще делать. Блин, погоня, видимо, будет долго. Ладно, я... Вы, конечно, долго сейчас ее не увидите, я обрежу это все-таки. Но, блин, некуда деваться. Да, я обрежу это. Чик-чик. Ух, наконец-то, короче, оторвался, блин. 3 звезды, это, конечно, тот еще отстой. 2 звезды тоже много, а вот 3 звезды вообще жопа. А 4 и 5 это вообще нельзя словами передавать. Там внутри за ящик, интересно. Супер-пупер, наверное, пушки. В любом случае узнаем, когда будем ограбление проворачивать. Лестер, я добыл оружие для команды. Значит, у нас все готово. Заходи внутрь, остальные тебя уже ждут. Да-да-да. Короче говоря, на следующий день. Итак, спасибо, что согласились принять участие в нашей маленькой операции. Мы все профессионалы. Задача всем ясна. Выполняем план. Работаем быстро. И без суеты. Если вас поймают за яйца, этой встречи никогда не было. Мы друг друга не знаем. Мы все очень внимательно прикинули. Изначально схема была сложнее, но расположение магазина, удобные выходы и недостаток охраны позволяют предположить, что простая схема подойдет лучше. Вламываемся в систему, отключаем сигнализацию, затем заходим через главный ход, охранник будет слева, устраняем его, а через 15 секунд появляетесь вы. Особое давление не персонал. И клиентов просто держим в углу. Один человек контролирует толпу, а я и ты чистим витрины. Все должно занять 90 секунд. Франклин обеспечит отход. И я выйду пешком. Вопросы есть? Удачи. Ну тогда поехали. Чувак, я тебя жду. Да, я заметил. Какой офигенный костюм. Пейдж, ты грузовик с байками. Франклин поведет этот офигенный фургон. Тоу и Макрири едут сзади. Я на пассажирском. Так, слушайте, мы четверо сейчас станем соучастниками серьезного преступления. Моя жизнь, свобода, репутация, все это окажется в ваших руках. Поэтому я хочу доверять вам. Без доверия команда не сможет сработать. Чтобы поддержать эту доверительную атмосферу, давайте я не расскажу немного о себе. Я Майкл. Мне таким уже раньше приходилось заниматься. Я на этом хорошо заработал, хватило на очень долгий отпуск. Думаю, вам всем понятно, что я человек со связями. Если кто-то настучит на меня или одного из вас, с ним разберутся. Все понятно? Фрэнк, твоя очередь. А, я Фрэнк. Все эти подобные распланированные ограбления для меня в новиночку. Я раньше мелочевкой занимался, обчищал склады, тачки угонял, все такое. Мы с Майклом недавно познакомились, и он предложил мне попробовать. Дальше кто?
Паки Макрири, я из чудесного Дюкса Благосветного Либерти Сиди. Я прибыл в Лос-Андес за богатством и славой. Нашел только козлин всяких. Вы первый из местных, кому интересно мое прошлое. Все говорят о том, что они будут делать и кем они станут. А людьми себя, видать, не считают. Короче говоря, приехали. А вот и он, двигает. Займись байками. Вперед. Леди и джентльмены, минутку внимания. Пожалуйста, не вынуждайте меня портить результаты отличной работы ваших пластических вещей. Быстро, ломаем стекло. Ой, они уже полицию вызвали. Точно, стекло вообще с легкостью ломается. Только посмейте вызвать полицию, пулю сразу получите в лоб. О, куш уже намеревается большой. Давайте, живее, живее, живее. Время не ждет. Про камешки никому, чтоб только не говорили. И бумс. И бумс. Почистую, прям все быстро собирать надо. Разбито? Только посмейте полицию вызвать. Последнее предупреждение. Уходите. Уходи с глаз долой. Ты каждый день забываешь тысячу мелочей, приятель. Так пусть это будет одна из них. Встретимся у реки. Погнали. Нет, они вызвали полицию. Вот говно. Если бы... Если вы помните, если выбрать вариант, который другой, где надо газ усыпляющий кидать в вентиляцию, там надо газ, этот фургон с газом раздобыть, и, по-моему, что-то еще. А здесь, видите, гораздо быстрее. Блин, они стреляют по нам. Так. Надо в тот тоннель заехать. Ну... Я, видимо, отстану от банды сейчас. Ну, хотя ненадолго, наверное. Здесь должен быть тоннель. Тоннель раздваивается, но они... Но... Обе эти развилки ведут в одно место. Да, байки, видимо, то, что нужно, действительно. Ай, блин. По коридору и в канализацию. Здесь прыжок. Так, мы почти вышли. Отлично, отлично. Надеюсь, копы потеряют нас за это время. И там грузовик сейчас будет. Будет ждать. О, наконец-то свет. Вторая команда, план не сработал. Копы вас уже ждут на реке. Блин, они, видимо, знали, где мы поедем. О, блин, нам кранты похожи. Спокойно, я займусь этими копами. А я по реке-то смогу проехать? Да, смогу. Что, еще копы будут? Да, конечно.
Надо брать дополнительную плату за участие в погоне. Спокойно, мы выберемся. Оба варианта ограбления схожи. Во всяком случае, побег вообще один и тот же. Вроде никого. Отлично. Так, у нас есть чуток времени, остановимся. А, мы вместе с хакершей едем. Окей. Тормозим здесь. Франклин, погнали. Лестер за углом в гараже. Навыки были повышены. Эдди Тоу, Паки Макрири и Пейдж Харрис. Что ж, это мне нравится. Черт, я уже думал, что совсем сроднился с этим байком. Да, я думал, что ты сроднишься с чем-то другим, блин. Впереди, наверное, еще копы ждут, от них не уйдешь. Мне кажется, мы уже ушли от них. Порядок. О, я сегодня так обдолбаюсь. Я и детям на колледж-то заработал. Все прошло удачно. Было бы дальше бы так. А, надо туда загнать его. Лестер, звони парню. Товар уже у нас. Не вовремя озвучил. Так, ребята, нам нужно рассеяться, они будут искать банду. Когда товар будет продан, я перешлю вам деньги. Ох, нехилое было дело. Мы теперь уходим, постарайтесь не суетиться. Молодец, ты отлично поработал. Лестер, что я тебе говорил, да? Так, мы все уходим. Эй, Франклин, послушай. Нам с Лестером надо кое-что обсудить. Заскочишь ко мне потом? Отпразднуем хорошо. Окей. А? Мы снова в деле, да? Такое вот ограбление, коротенькая довольно серия получилась. Ну, и ладно. Ограбление состоялось, ограбление ювелирного. Встречаемся у меня, деньги скоро поступят на твой счет. Только сначала Лестер их должен отмыть. Отлично. На этом мы закончим. С вас лайкос, подписывайтесь с меня, эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.